Евгений Семенович, чем вы непосредственно занимаемся вот на камеральных работах? Ну, вы видели в августе месяце, вот, когда были местонахождения Хонду в Чурапчинском области, да? Копали вот шур. И в августе вот примерно 2 метра мы выкопали. Потом в сентябре, в середине сентября я поехал повторно. И дополнительно я вот углубился на 70 сантиметров примерно. И в этом отложениях я собрал вот грунт из горизонтов, да, костеносных, из мелких животных. Вот. И сейчас на данное время вот этот грунт промываю, да. Вот, привез вот такие вот образцы с каждого слоя. Вот. Получился 5 слоев, примерно 70 сантиметров. И вот начинаем вот просеивать. Таким образом берем и промываем. Так вот. И может будет такой вопрос, почему промывается вот таким образом, а не под краном, да? Ну, потому что здесь очень попадают очень хрупкие материалы, образцы, которые очень надо бережно промывать. И потом, если проточным водой вот канализацию, то канализация просто засорится с одной стороны, да? А с другой стороны здесь попадаются очень хрупкие образцы, которые, например, попадаются насекомые. Насекомые не только фрагменты, а попадаются даже цельные, целиком. А возраст примерно какой? Ну, вот этот слой – это плейстоцен. Это мамонтовая фауна, как раз на слой. И здесь попадаются, там, как я сейчас сказал, целые насекомые, фрагменты насекомых. Попадаются листья растений, мелкие, при том они тоже вот хрупкие. Попадаются кости мелких грызунов. Вот. И вот после высушивания, вот просушки, уже смотрим, разбираем этот просеянный песок. Вот то, что остался. Вот бинокуляр, там разбор идет под бинокуляр. Очень медленная, кропотливая работа. Здесь я смотрю не только грызунов. Обычно специалисты смотрят только свою, вот, например, там карпологи смотрят только, например, семена растений. Те, кто занимаются грызунами, они смотрят только грызунов. Ну, а я вот собираю вот все остатки, которые там и макроостатки растений, семена растений, ракушки, то, что попадается, и грызуны, и насекомые, насекомых, даже попадаются рыбы, вот, остатки. Все это я собираю. Вот такие вот. А размер получается меньше вот этого? Чуть больше вот этого ячейки, да, сетки? Да, вот ячейка здесь где-то миллиметр, 1,2 миллиметра.
И то, что не проходит, она вот она остается в этом сети. Сейчас могу показать вот уже вот сухой. Уже этот образец, да, грунта, то, что остался. Ну, здесь называется это гравий. Вот, вот так сыпем. И потом уже смотрим под этот бинокуляр, например, что в нем есть, да. Вот. Разбираем. И, например, здесь мы находим вот кость грызуна, вот, например, вот кость грызуна, да. Здесь фрагмент резца, например, вот попался, да? Зуб, что ли? Ага, резец. Вот такие вот. Вот опять более крупный фрагмент резца, но попадаются и целые резцы. Вот. Ну, так спокойно, долго и нудно сидишь и работаешь, ну, смотришь и выбираешь вот, вот более такой крупный фрагмент, тоже вот попадаются здесь. И так вот, например, собираем вот, например, вот есть вот резцы, например, вот собраны есть. Вот зубы грызунов, например, можете там снять, там видно, наверное. Вот моллюски, например, вот моллюски, вот, вот кости грызунов, фрагменты костей, например. Есть вот такой вот макроостатки растений, вот. Вот так и собираем. Возрастом несколько десятков тысяч лет, да? Да. Здорово. Интересные вот отдельные вот упаковки делаем. Делаем вот. Записываю, что здесь был, есть, да, предположительно, что здесь обнаружено, вот, а потом уже здесь записывается, откуда, в какой глубине, как вот эти, вот, вообще это делается такие вот записи. Сейчас пока такая первичная отбор идет, а потом уже по каждым специалистам будет передано, и они обработают и определят, какие там грызуны, растения вот здесь вот обнаружены. А вот их такое большое количество и разнообразие дает полную картину описания, да? Именно этих древних эпох, да? Ну, это дает картину вот именно и климат был, и какие растительности были, какие именно животные исчезли, ну, в Центральной Якутии. На данное время здесь, ну, такие вот интересные, конечно, есть находки, вот уже обнаружены. Здесь, например, у нас, у меня вот уже обнаружены, можно сказать, рачок дафни даже вот. Это очень, возможно, редко, наверное. Есть кости рыб, зуб рыбы есть, даже было обнаружено. Возможно, речная рыба, но это уже палеоихтиологи уже, наверное, определят. Именно грызуны мел, вот, которые в Центральной Якутии сейчас не обитают. Обнаружено. Хорошо, спасибо. Еще могу показать вот насчет растительности, да? Вот растений. Вчера вот обнаружил, например, такой вот
лист ивы. Ну это да, это плитоценовые. Плитоценовые в периоды. И еще был обнаружен лист, но он пока не определен. Вот интересно, почему вот сохранился вот такой лист растений, да? Ну, пока две из двух разных видов растений есть листья. Вот. Но здесь даже вот я обнаруживаю вот волос мелких грызунов, например, да? Волосы попадаются, и я тоже собираю эти волосы. Вот. Много волос попадаются. Поэтому, ну, у нас мерзлота, поэтому она вот сохраняет долго. Можно предположить, даже в таких работах можно, ну, сборах, разборах можно найти человеческий волос. Есть большая вероятность, но будем надеяться, когда-нибудь обнаружим. Ну, я желаю вам, Иннокентий Семенович, успехов в вашей интересной, захватывающей, для многих, я считаю, деятельности. Спасибо.